как депутаты Беларуси, почему вы на сотрудников полиции? Вот так спокойно, молодой человек. Идите сюда. Давайте спокойно. Вам же сдавать беспокойные. Идите сюда. Что? Охрана. Это наши личные дела. Нет, срывает в данном случае полиция. Пришла и срывает заседание Думы. Это региональный парламент. Зачем полиция находится? Еще преступник. Вы соблюдаете закон или распоряжение директора? Я имею право кричать, но вы не имеете права. Я разговариваю громко. Я хочу сказать, представьте, вы пришли на завод, и рабочим говорит, есть распоряжение директора, я вас заставляю это сделать. С каких-то пор полиция отражает интересы руководителя Думы. Полиция может соблюдать закон. Вы скажите, какой из таких законов вы назовете? Назовите статью закона. Тогда зачем вы прерываете? Зачем вы срываете? Да, нет, они с полицией сдавали. Нам прокуратура на вас обратится. Вы срываете? Соблюдайте общественный порядок. Соблюдайте. Вы пришли и срываете Думу. Мы даже не подошли к вам. Здравствуйте. Вы ко мне подошли, ко мне обратились. Вы ко мне обратились. Я говорю, у вас вопрос. Да, но нужно Не препятствуйте работе. Какой закон мы нарушили? Назовите. Все, спасибо, до свидания. Не а при чем здесь полиция здесь при чем? Продолжай. Я говорю, полиция здесь. Но вот у нас здесь прокуратура рядом. Чего прокуратура не мешала? Чего в полиции вмешивается? Полиция отставить постановление. Регламент — это закон. Это процессуальные нормы. Они также рассматриваются. Какой закон мы нарушили? Какой закон? Регламент? Тогда извините, за нарушение регламента должны знаете, сколько людей? Кем запрещают? Распоряжение не является правом. Всех распространяют. Я не сотрудник. Для меня претензия вообще отношения ко мне не имеет. Вот смотрите, это взаимоотношение между руководством, это между руководством и сотрудниками. Полиция не имеет права. Депутаты эти правила также распространяют. Вот я согласен, вот это наши внутренние конфликты, проблемы. Это есть комиссии, мандатные и так далее. Полиция не имеет права во внутренних вопросах вмешиваться. Не может целенаправленно хотите нарушать. Вот смотрите, вот я еще раз. В данном случае в отношении нас нарушают. Выпустил постановление о том, что рабочие должны уйти с завода. Пришла полиция, говорит, у нас есть постановление, директор надо уволить. Коллегиальный орган. И принят это. Да, полиция при чем здесь? Это внутренний. Вот эти правила приняты депутатами, которые вы должны соблюдать. Вот для этого есть мандатная комиссия, регламентная комиссия, органы этой Думы, полиция. В данном случае мы на полицию обязательно сейчас напишем в прокуратуру. Да мы прямо сейчас обратимся. У нас прямо сейчас будет возможность обратиться от имени депутатов. Ну, послушайте, мы здесь будем говорить так, как мы считаем правильно. Как нам это есть
Так нам не дают его обсуждать. Его снимают, да, обсуждение запрещают. Нарушается регламент. Заседание было посвящено одному вопросу.